В России работает не более 20 подобных похоронных домов, именно отдельно стоящих зданий с полным комплексом услуг. Люди приходят сюда, они с горем приходят, но какое-то умиротворение наступает, когда приходят, вот видите, светлые, так сказать, какие-то, и ну, прощаются с родственниками, ну, никуда не денешься от этого. Более 20 лет работает в ритуальном бизнесе частный предприниматель Ольга Колесникова. Похоронный дом – это система единого окна. Если случится горе, достаточно просто обратиться в ритуальный комплекс. Сюда входит прощальный зал, цех швейный, цех изготовления венков, офисные помещения, складские помещения. И хотим открыть столовую трапезу, чтобы здесь люди могли помянуть своих ушедших. В комплекс входит также и помещение с низкотемпературным режимом. Сотрудник комплекса выйдет при необходимости в любое время суток. Также можно оформить документы, заказать катафалк. Сотрудники бюро помогут подобрать и доставить необходимые принадлежности. Обращаться можно по адресу проспект Автостроителей 86/3 или по телефону 460 00. Марина Антуганова, Анжелика Барвинок. Наше время.